Вскоре в правительственном гараже станет больше свободных мест. Автопарк сократят на 34 легковых автомобиля. Сейчас он насчитывает 303 машины, в том числе автобусы и грузовой транспорт. Самым старым авто больше 10 лет. Они колесили по городу и по области. Износ большой, а значит и расходы на ремонт существенные. Сокращение парка позволит сэкономить значительную сумму на обслуживании автомобилей. Вот все эти 34 автомобиля – это у нас «Вивы» и «Нивы». «Вивы» у нас 2006 и 2007 года. Сами понимаете, срок большой, и уже затраты на обслуживание, на ремонт достаточные. Машины передадут областному министерству имущества, и в зависимости от состояния транспорта будет решено, что с ним делать. Правительство региона пересаживается на отечественные. Достойная замена иномаркам новинки ВАЗа, Лада Веста. В прошлом году и в начале этого приобрели 16 таких машин. Водитель Виктор Арпишкин считает, Веста ничем не уступает более дорогим авто, а по некоторым параметрам и превосходит их. Легкое в управлении. Обзорность хорошая, сиденья удобные. В смешанном цикле 7,1 расход топлива. Форд Мондео побольше расходует. Переход на машины тольяттинского автозавода – тоже существенная экономия. И на бензине, и на обслуживании, и на запчастях. Пока тратиться пришлось только на ТО. По инициативе губернатора Николая Меркушкина оптимизировать расходы на государственное и муниципальное управление будут и по другим направлениям. На 10% сократят расходы на зарплаты областных служащих, 15% сэкономят на содержании региональных госучреждений. Мы тратим на управление около 8 миллиардов рублей. Около 8, тратили почти 11. Нам надо как минимум в ближайший год, в ближайшее время, еще на 3 миллиарда сократиться. Эти деньги планируется направить на адресную социальную поддержку многодетных семей, детей-сирот, семей с доходами ниже прожиточного минимума. Марина Кравцова, Василий Колдашов. События.